Ребята, всем доброго времени суток. Рассмотрим сегодня блок управления АТОС для твердотопливного котла длительного горения. Так, блок управления и вентилятор. Оба польского производства. Вот. Вроде выполнено все качественно. Так, по вентилятору у нас получается, я в предыдущем видео рассказывал, то есть он идет с боковой заслонкой, заслонка служит для ветров. Кому интересно, предыдущее видео посмотрите. То есть сейчас посмотрим, как регулируется и как настраивается блок управления для моих котлов, то есть длительного горения. То есть котлы длительного горения Славкотел, угольные котлы, вот такие производим. Также вставляем папку с мамкой, соединяем. Соединяем, так, включаем блок управления. Неплохие, кстати, блоки управления. Температура у нас регулируется плюс и минус. Также одной кнопкой управляется старт, меню, стоп. То есть на данный момент температура у нас 13 градусов. Чтобы выставить температуру, надо нажать плюс или минус. То есть, грубо говоря, нам нужно там 40 градусов. Вот, 40 градусов. То есть температура сама фиксируется. Нажимаем старт, то есть мы уже как будто разожгли котел. Нажимаем старт, срабатывает вентилятор. То есть он дует, заслоночка открывается на вентиляторе. То есть боковая заслонка тоже открыта. Вот. Все, поменять температуру можно также минус или плюс. Вот. Также у компьютера есть внутренние настройки. Сейчас вентилятор остановим. То есть, как и говорил, одна кнопка управляет несколькими функциями. То есть вентилятор у нас остановился. Также от этого блока управления идет датчик температуры. И идет на циркуляционный насос, три провода. Но мы их никогда не подключаем. То есть, там уже другая работа котла будет. То есть расскажем немного пока такой способ, которым часто пользуемся. То есть удерживаем меню, попадаем в сервисное меню. То есть есть буквы SR, PP, OB, OP, TP. Ну, много функций как бы. Вот. Опять же, что такое SR? SR — это время продува, получается, время, на которое стоит включить воздуходувку. То есть она у нас фиксируется в секундах. То есть, расскажем так, допустим, продувки у нас включаются, вам надо продувку. То есть на 10 секунд вентилятор срабатывает, следующее у нас идет ПП. То есть перерыв продувками, то есть через каждые 3 минуты включается на 10 секунд продувка. Кому непонятно, пишите. Так, следующая идет функция у нас ОБ, то есть обороты вентилятора. Обороты вентилятора мы выставляем на 99, то есть у нас в Сибири тут есть и плохой уголь, и хороший уголь. То есть большинство все плохим топят, чтобы продувало, то есть на 99% выставляют этот вентилятор, мощность вентилятора. То есть, еще раз скажу, это все для своего котла. То есть SR мы делаем на 0, PP мы делаем на 1, минимальную температуру. Мы продувками не пользуемся. То есть я так дома выставляю. То есть много людей спрашивают, кто, как ты, что ты выставляешь температуру. Вот. Опять же, это все на свой котел параметры. ОБ у меня получается обороты вентилятора 99. Так,
Что там у нас идет? ОП, то есть обороты во время продувки. Ну, нам, мне не интересны они, так как продувки выключены у меня. ТП, то есть температура подключения насоса, то есть она мне тоже не нужна, так как насос у нас выключен. Смотрим дальше. Так, ой, подождите, не то включил. Так, ТП, HI, то есть, или H1, кто как называет. Это гистерезис котла, то есть перепад температуры идет. Выставили, грубо говоря, на 40 градусов, упадет до, то есть, до 5 градусов надо ставить всегда. То есть 5 градусов, самое максимальное. То есть гистерезис котла. То есть 5 градусов, это 40 выставлено до 40 выставлено, получается, до 34 градусов она упадет, тогда включится. То есть 5 градусов перепад температуры идет. Вот. Смотрим дальше у нас. То есть Т0 или ТО, получается, замедление оборотов идет. Замедление оборотов, как бы, я тоже этой функцией не сильно так уж и пользуюсь. Т0, то есть на 0 ставлю. Вот. ТУ, то есть должно быть 25, тогда мы можем блок управления поставить еще меньше. То есть стандартные настройки идут у него, то есть получается до 40 можно опустить, как видели, то есть меньше он не опускается. Но на данный момент я как бы сделал до, то есть 40 до 35 теперь можно опускать. Все. То есть это будет минимальная температура. ТУ получается у нас. ТУ. Сейчас глянем. А, ТУ 25. Следующий С0 или СО. Вот. Так, 3, я на 0 ставлю, получается БУ, это звуковой сигнал идет у нас, то есть единичка стоит. Ну и последнее, получается, это на заводские настройки, УФ, то есть это заводские настройки идут, туда лучше не лезть. Все, то есть мы включаем вентилятор, то есть растапливаем котел, нам надо, допустим, грубо говоря, догнать температуру там сколько, до 35 градусов. Продемонстрируем. Вентилятор у нас работает. Градусы поднимаются. Все, до 35 дошел он, чуть больше. Вот. Смотрим, через сколько опустится. Сейчас остудит его чуть-чуть. То есть вентилятор все у нас приостановлен.
до, опять же, до 35, грубо говоря. Пример я вам говорил, то есть заслоночка у нас все открывается, работает, все отлично. Вот. Тут нажимаем, ну и все, в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.